наука Каббала не лжет человеку никоим образом. Это не психология, никакие не чудеса, не фокусы, не вранье или же какие-то мистики для того, чтобы устроить нашу жизнь получше. Нет. Она говорит о том, что зло, которое возникает в нашей жизни, оно целенаправлено для того, чтобы подтолкнуть нас к исправлениям. Когда ты не сможешь просто отменить свое злое желание, в котором ты ощущаешь себя плохо, а ты должен ощутить это желание и определить, что оно состоит в ненависти к ближнему. И когда ты исправишь свою ненависть к ближнему в любовь, ты насладишься этой любовью, и ты не будешь больше раскрывать никаких злых желаний. То есть наука Каббала не дает тебе никаких лекарств или советов в твоем нынешнем состоянии. Она поднимает тебя в высокое, более продвинутое состояние. И только там ты сможешь быть успешным, счастливым, а не в твоем материальном нынешнем состоянии, где раскрываются тебе все твои проблемы, все страдания, все удары, все то, что раскрывается в нашем мире, оно не предназначено для того, чтобы дать этому миру совершенство и покой в этом состоянии, а для того, чтобы поднять его над нашим миром.